Да, всем привет! С вами Маша, и сегодня я хочу показать мои распечатки и раскраски My Little Pony. Вот такие черно-белые просто распечатки со всякими картинками, а также раскраски. Тут у меня пока две папочки, вот это первая папочка. Я уже несколько раз переснимала видео, так как эта папочка постоянно у меня падает, когда я снимаю на веб-камеру в компьютере. Так что я теперь снимаю на своей кровати. Вообще внимание на это все. Я хочу показать вам вот первую папочку, самую первую картинку. Ну, начнем. Вот тут такой рисунок большой. Распечатка тут Applejack, Rainbow Dash, Celestia, Pinkie Pie. Ну, кроме всяких героев, тут видно Scratch есть. Кризалис, Шанин Корман, Диска Дэнс, какой-то Вандерболт, не знаю какой. Зекора, Найтмар Мун, Дерпи даже достаточно большая. По сравнению, например, с Зекорой. Не знаю, например, с Винни Скретч. Тут Спайк и даже Скутову. Тут нет всех метконосцев, что меня удивляет, конечно. Нет всех метконосцев, но есть вот Спайк и Скутл есть. Картинка специального сайта. Дальше. Вот такая вот. Рарити для Найтмара. Эти все яркие картинки я нашла. Простите, вот за это все. Просто у меня телефон заряжается. И из-за этого я поправляю этот шнур. Давайте продолжим. В общем, все эти редкие картинки, например, принцесса Луна, Селестия и вот Каден в детстве, я спечатала с одного сайта, я не знаю точно, как он называется. Вот давайте продолжим обзор. Тут Луна, Селестия, смотрит как. Как родилась спидкадом с маленького детства. Кстати, если вы знаете, то Селестия и Луна, они ведь сестры, поэтому их племянница как раз таки кадец. Тут Колгейт. Кофта моя лишила. Дальше. Санзу Шиммер из Кристальной Империи. Такая вот. Санзу Шиммер такая. Дальше продолжим. Такая. Просто я люблю Санзу Шиммер. Такая пуни. Единорог. Ну, это одна из нового сериала «Девушки Эквестрии». То есть, пуни в виде людей. Ну, тут новый сериал. Ну, не сериал, а полнометражный мультфильм, я его смотрела. Но его, правда, не перевели еще на русский. Но я смотрела какую-то озвучку. Ну, не канал Карусель точно. Ну, тут такой вот, как говорят, это обложка комикса вообще. Но я мне никогда комиксов не покупала с My Little Pony. Ну, такая вот Селестия тут, значок My Little Pony. Тут написано, вот написано тут Селестия. Тут Пентакина и Пентакина. Тут элементы гармонии, магия, честность, щедрость, доброта. Вот. И вот это я, так полагаю, это элементы гармонии Селестии. Да, такая большая серьга очень. И еще вот верность и смех. Так вот. Я буду начать. Это тоже Селестии. Картинка. Только тут есть небольшая нужная мун. Это тоже обложка комикса. И замок. Вот. Ну, мне кажется, что вот это более красивое, так как у нее тут элемент гармонии и вот еще две. Дальше из сериала «Девушки Эквестрии». Вот тут пони Трикси. Это в шляпе она. А вот это вот она девушка. Ой, не обращайте внимания, это я просто не знаю раскрашиваю черно-белые картинки.
тоже. Девушки из мясти тоже, я как бы, если я точнее сказать, по фоне ведь людей только это из нового сериала. Флаттерша, Эпплджек, Пинки Пай, Твайлайт, Рарити и... Вообще, простите за качество, потому что вот так, если сделать, как видите, не очень совсем хорошо видно. Но это не только потому, что в телефоне не уж такая уж большая камера. Не такое уж качество, прям как видеокамера, например. Ну, еще у меня черно-белый принтер, поэтому не обращайте внимания. Ай, опять мои вещи сюда влезают. Так, это такая картинка. Тут у нас Свити Белль и Рарити. Свити Белль готовит завтрак. Такие хлопья. Тут я раскрасила Флаттерлиз. Просто, конечно, у меня нет цветного принтера, поэтому может не так интересно смотреть эти все картинки. Ну, в общем, такая Флаттерлиз. Если вы заметили, у меня даже я сижу вот на том белье. Оно у меня с моим телефоном, как видите, вот, например, MLD. Ну что, продолжим. Это опять Sunset Shimmer, как демон, как она злая, так она как девушка и как пони. Это тоже Sunset Shimmer. Теперь тут Twilight, это кадр из мультика «Девушки Эквестрии». Тут Селестия, тоже Селестия, и как бы Селестия в виде людей. Тут Дерпи, ну все тут на сценочке, все в виде человека. Дерпи, Кризалис, Пинки Пай, тут все вместе Флаттершай, Рарити, Рэмбл Дэш и Эпплджек. Тут нет Твайлайт только. Такая вот картинка. Тут Эпплджек и Рарити. Тут Селестия. Призались. Тут в виде людей кадр из мультфильма «Правда, дружба, это чудо». Но только в виде людей. Та серия, где Кризалис превратилась в Каденс. Вот такая Кризалис в виде Каденс. В свадебном платье и Кризалис настоящий. Тут тоже из этой же серии Каден и Шанин Кармер в образе человека. Тут Джильда и Радуга. Очень яшная, кстати, Радуга. Тут Джильда и Спайк. Вот такой Спайк очень яшный. Это тоже с девушкой Квестри, по невиде людей. Тут все вместе, Флаттершай, Эпплджек, Рарити, Твайлайт с крыльями, Пинки Пай и... Рэмбл Дэш. Я почему-то постоянно захожу. Тут, заметьте, Твайлайт с крыльями, потому что она уже из нового мультика. А в конце последней серии «Дружба чудо» было, как она уже стала принцессой. Вот такая вот. Это как бы обложка, не знаю чего. Может быть диска, может быть как бы главная картинка сериала. Ну вот, Эквестриум Гелс. То есть девушки Эквестрии. Вот, тут там девушка и... А, это зеркало, это не зеркало. Это портал, который раскрывается каждый 30 лун, как сказано в сериале. Ой, простите, не в сериале, это полнометражный мультфильм. Я думала отправить. Как сказано в этом мультике, что это зеркало открывается каждый 30 лун. Это портал в тот мир, где все пони становятся людьми. Останется Шиммер. Это тоже она, только не тех пони. Тут семейный портрет Рарити. Ее папа, мама, Рарити, не очень хорошо лицо, правда, у нее, и Свити Белль, няшка. Продолжим. Это Флаттершай,
какое-то животное редкое нашла. Я не знаю, но почему это очень смахивает на покемона. Вообще не знаю почему. Вот это Флаттершай в виде девушек. Если вот, кстати, прикольное сравнение, можно сравнить сразу. Даже не раскладывала. Тут Валентинка большая такая получилась. Каденс в свадебном платье. А тут две картинки. Тут все девушки-квестри главные вместе с пони. Ну, что со мной нужно? Ну, как бы, мне это не нравится, что тут Твайлайт без крыльев сравнивают, а тут с крыльями. В отличие от, например, вот этой картинки. Сейчас. Вот, которую вы видели. Тут с крыльями и с крыльями. А тут, как вы видите, так и так. Ну, это не самое главное. Ну, так что, такие вот наши. Это Кристальная Империя. Вот. Ладно, тут Кладенс и все остальные. Тут Селестия и все остальные главные пони. Тут тоже вы видели людей. Искорка в детстве и Кладенс. Тут новогодняя открыточка такая. Лестя, она и не знаю, как его зовут. Я его помню, но я его видела в сериале. Дружба это чудо видела один раз его. В одной серии. Ну, не помню, как его зовут. Это самый няшный няшина во всем вселенной. Например, Твайлайт, Флаттершай, Эпплджек, Рарити, Пинки и Рейнбоу Дэш. Очень, все очень прелестные, няшные. Такие вот картинка такая. Дальше тут Санта Шиммер, кадры из мультика. И это тоже, да. Опять же, еще одна обложка с комикса. Тут Шеннин Карман в непонятном виде. Каденс и Искорка. Очень милая. То есть девушка. Вот такое. И это последняя из моих всех обложек. Вот обложка комикс такая тоже. Тут пони, которую зовут Роза. Ну или Роуз, если по-английски. Тут диск с маленьким пони. С принцессой Искоркой. Вот написано тут принцесса, Твайлайт, Искорка. Селестия и Каденс. Тут Селестия Луна на облаке в детстве. Такая большая картинка. Дальше вот тут вообще все пони в детстве. На пуфиках. Тут Октавия. Не обращайте внимания, главная милашка. Конечно, просто я начинала ее раскрашивать и не закончила шоу. Тут Шеннин Кармор и принцесса Каденс. Первое свидание у них. Ну и дальше тут всякие разукрашки. Наверное, еще будут распечатки. Вот, например, Applejack, Rainbow Dash, Twilight, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, из Кристальной Империи раскрас. Это просто Zephyr раскрас. Это такая свидание и фотка. Фотка Rarity. Тут все они вместе раскрашка. Пинкфай, няшная, но это уже не картинка, это раскрашка. Тут всякие раскраски, в общем. Это тоже, а это уже не раскраски, это уже раскрашены картинки. Каденс и Дерпи и ее дочка Пинкфай. Твайлайт, Селестия официальная серия. А это раскрашенная Зикора. Великим могуществом Зикора я написала. Немножко налезла. Ну, это как, в костюме только сухого желтого. А тут Искорка. Принцесса. Луна. Принцесса Луна. Немножко. Маска. Каденс. Принцесса Искорка еще одна, но это раскрашенная картинка. И тут Кризалис. Вот ее превращение. А это я сама такую же раскраску распечатала. И тут придумала
ее сестру по имени Софи. Не обращайте внимания, просто ее письмо. Королева дружба. Такая вот спир. Тут декора. Тут раскрашенная картинка с няшными, внешними зверьками. И, короче, типа кошечки, которые спали. Это так, тут элементы гармонии. Просто. Каден в офигенном наряде. Рарити тоже ничего себе такой наряд. Ну, вообще какая-то принцесса тут. Но если принцесса, то где у нее крылья? Почему такой короткий рог? А потом принцесса, заметьте, вот длинные роги. Например, вот... Вот тут вот у нее такой короткий рог, да? А у принцессы вот такой длинный. Вот. И, конечно же, у всех принцесс, я заметила, есть крылья. И не бывает пони Аллергона, и чтобы этот пони Аллергон был просто, а не принцесса вообще. Ну, тортик с моим пони. Это тоже роскошная картинка. Такая. Это вторая кадр. Такая. Вторая только маленькая. Дальше тут такая чиби каденс, а дальше такая каденс. Просто я очень люблю каденс, не обращайте внимания, что тут очень много ее фотографий. Фотографий таких картинок, красок. Это все пони главные в образе принцессы Луны. Я приклеила картинки. Тут каденс и Луна в детстве, а тут принцесса Луна. Смотрит на землю и видит принцессу. На землю или на Эквестр, я не знаю, что это за планета. Такой витраж был тоже раскраска. И я не знаю, кто это понял, но я сделала из нее типа Динки. Динки — это дочка Дерпи, ну вы видели. То есть вот. Там, помните, была вот эта вот. А нет. Вот, Динки. Ну, согласитесь, конечно, немножко похоже, потому что я не знаю, какая это пони, я их раскрашиваю. Единорог, по крайней мере, без метки. Так что, наверное, это Динки. Не знаю, кто еще. Вот тут такой Shining Armor с искоркой. Тут Shining Armor, не знаю, какой зовут, ну, короче, мама искорки. Вот сама она. Селестия, я думала, что это кристальная империя, но нет, так как тут она не кристальная империя. Вот. Селестия очень офигенно красивая, просто няшная. И вот тут вот, немножко отсвечиваю, вот Селестия и Луна в детстве, и их папа, и их мама. И тут уже раскрашенная каденс. Вот тут я не знаю, что это за пони, потому что у нее метка непонятная. По-моему, это Кризалис, но нет. Все-таки не Кризалис. Так у нее не такой рог, но очень похож. Как пони тоже. В таком же виде, как он такой. И последняя в этом альбоме картинка. Это принцесса Рарити. Ну, как бы и Рарити, но принцесса. Вот такая вот папочка, обычно фиолетовая. У меня еще одна новая папка, но вот в этой папке очень мало рисунков, так что я быстренько покажу. Это новое произвела. Вот тут один такой. Я тут с фотографией с Майлза Пони выставки. Парик. Можно некоторые вещи отметить сразу. Шапочка. Как вы видите, носки даже. Не знаю. Потом посмотрю, кроссовки какие-то. Тут в черно-белом не совсем хорошо видно, правда. Даже лаки. Какие-то сумки, чемоданчики, непонятные вещи. Тут уже игрушки. Такие. Вот это непонятно, что за вещи, не знаю. Это игрушка, ну похоже на игрушку, но мне кажется, все-таки это может быть ночник или лампа. Не знаю.
тут журналы, ну, комиксы, как я уже знаю, не издавались, так как тут вы видели, например, некоторые картинки с обложками комиксов. Вот тоже. Вот. Такое. И вот с выставки фигурки, ну, а маленьких пони, как вы знаете, вот сейчас покажу. Вот, например, вот. Вот. Мои пони маленькие. На моей полке, а не обращайте внимание на вот этот дом. Это шоп. Ну, давайте покажем. Сейчас. Вот тут такая вот елка из пони сейчас. Так. Елка. Простите. Вот она. Дальше. Красивый, очень мясный и красивый парик с Ранти. Дальше такая Октавия. Вот это вот у меня наклеечка была. Не знаю, мне покупали в прошлом году. Я их что-то разрасходовала куда-то. На Валентинке наклеила. Вот я нашла одну такую целую с Пинки Пай. И сколько я наклеила сюда на файл. Вот Октавия. Достаточно мясная. Тут такую я игру играла, где надо одеть девушку и помыть пони, и вот это пони, это Пинки Пай. Да, Пинки Пай. А там надо было девушке подобрать наряд, туфли, вот. Тут как бы, там всякая одежда была. Ну, в общем, вот тут не так уж видно, в чем я выбирала. Я выбирала красивые радужные туфли, все такое. Ну, главное, прическа и лицо ее, наверное. Только для этого. Тут в подводном мире Майкл Пони. Две картинки вот. И все. Такой альбом. Папка. Тоже с фотками Майкл Пони. Такая зеленая уже. Ну и последняя стопочка с этими распечатками. Только распечатки. Да, такая я ее еще как бы не положила никуда, потому что файлов пока. Ну, файл у меня есть, но я просто поленилась еще положить. И который я сегодня распечатала, недавно принесла. Вот тут Fluttershy, которую надо делать из бумаги, всякие детали. Дальше красивые куклы пони в виде людей, как я говорила девушке Эквестри. Такие вот открытки с началом учебного года. С Пинки Пай в образе девушки Эквестри. С Twilight, Sunset Shimmer, Rarity, тут Радуга, Flutty, Fluttershy, AJ или Applejack. И дальше это те картинки, которые у меня уже были. Сейчас, секунду, я их сложу нормально. И дальше те картинки, которые я уже распечатала сегодня. Вот они. Первая картинка — это пони в виде сердечек. Вот. В основном сегодня я картинки печатала, например, для моего нового блокнота, куда я их приклею. Особенно эти сердечки. Ну, этот новый блокнот пока у меня лежит. Я еще не приклеивала, но собираюсь приклеить. Тут главные герои, как Эй-Джей, Флати, Рарити, Твайлайт. Даже, хотя не очень люблю Твайлайт, тут она няшная реально. Радуга и Пинки. И вот тут вот одна пони, Дерпи. В общем, в интернете много картинок с Селестией, с Луной, с Кризалис. И вообще, ну, они очень большие, чтобы и они не поместят мне в блокнот, даже на целую страничку. Вот. Такая Каденс. Ну, такая. Не знаю. Может, это фанарт вообще. Ну, то есть, работа фанатов. Не похоже, чтобы это прям была такая картинка. Типа Катрин для сериала, например, вот такие. Не знаю, может, это вообще фанат. Дальше Каденс я видела, она просто нарисована, ее просто кто-то нарисовал.
такая няшная, нереально. Не то чтобы она была няшная, но она очень красивая. Такая. Вот. Дальше такая Селестия. Это такая Селестия, так как будто она, знаешь, увидела. Мышь или вообще. Не знаю. Ой, это радость, шарик. Хотя бы свою дочь увидела. А то такая Селестия, и у нее нет дочки. И вообще. Так и племянница, это Каденс. Вот такая, я не знаю, как ее зовут. У нее была какая-то марка, похожая на Дерби, какие-то пузырики. Не совсем тут видно. Такая пони, тоже няшка. С бабочками. Какой? Стинка. Тоже из... Это, наверное, тоже фонарь. Из материала для материала «Дружба чудо». Ну, вот это уже не пони. Это пони в образе людей. Уже перепутала. Пони в образе кошек. Тут Селестия милашная. И луна. Тоже красиво очень. Тут луна. Непонятно. Такой прическа, как будто она гриву, что ли, измочила. Не знаю. Ну да, похоже. Такая прическа клевая. И выражение лица вообще. Не как всегда. Дальше Rainbow Dash. И ее наряд клевый и прическа, только, наверное, из-за этого и вот закрытые глаза такие. Поверните. А тут Рарити с коктейлем. Тоже такая. Не знаю. Селестия. Ну, не знаю, почему-то сегодня я очень много встречала Селестии, Луны. Селестия. Такая. Также последняя картинка – это луна. Ну, нереально неласная. Клёвая такая луна. Очень грустная. Но я думаю, у меня дома не станет очень весело. Люблю её. Ладно. Я люблю чуть-чуть с всякими няшными картинками. Вот такая стопочка. Достаточно. Тяжелая. Ну, не то чтобы она прям тяжелая, но у нее нормальная рисунка. Итак, всем пока, с вами была я. И мои картинки, распечатки и все прочее. Мои, короче, фотографии с поняшами. Всем пока.